выпустили на референдум половину личного состава. Вторую половину выпустили только в том случае, если вернемся мы. Мы решили не возвращаться. То есть рапорта на увольнение у всех написаны. Потому что мы решили, почему мы должны сидеть в части и ждать ихнего приказа. Вот. А по идее должны были выпустить всю часть, правильно? Если уже на то пошло. Да. Почему они тогда так решили, что половина идет, а вторая половина идет только тогда, когда вернется первая? Они пустили шум также, что в Белогорске и в Бахчисарае выборов не будет. Так это, нет? Нет, совершенно верно, не так. Ну, ребят с этих районов не отпустили домой. Да. Потому что кому-то нужно охранять их не жопы. Вот так скажу даже. То есть дальше что? Ребята понаписывали рапорта, то есть, допустим, я написал рапорт 2 дня назад, и меня должны были сегодня уволить. Меня сегодня уволят в любом случае. Ребята написали рапорта более 2 недель назад, и их до сих пор не уволили. Нам не дают вообще никакой информации. Они всю правду знают, нам ни слова не говорят, дабы мы сидели там. Да. Смысл там сидеть? Офицеры потихоньку вывозят свои вещи полностью, да, чтобы уехать на Украину, потому что под угрозой их выслуга и их погоны. А нас держат для того, чисто, чтобы мы прикрыли их, пока не уедут. То есть, да, как бы рассказывать, часть не перебазируется, часть остается здесь, а для чего вывозить вещи, да, для чего вывозятся вещи, для чего палится секретка, документация вся, да, для чего, более тонны полностью бумаги. По всей части палятся все документы, полностью. У нас уже несколько там костров горело выше меня ростом. Чисто спаливали все документы. Вот, и документы у нас, наши военники, не всех, конечно, не спорю, некоторых военники забрали. До сих пор они находятся в штабе. В этой, в нашей части. Но нам их не выдают. Они, да, лежат на увольнение. Ну, они не лежат на увольнении, ну ты сам знаешь прекрасно. Ребят, скажите, а как настроение среди солдат? Настроение солдат... Да все прекрасно понимают. Все прекрасно, они сами поняли просто, что творится. Все знают, кому и за кого голосовать. Потому что у всех есть телефоны, всем звонят, всем сообщают новости. То есть мы узнаем новости не от наших, не от нашего начальства, мы узнаем от тех, кто здесь, и за пределами, забора, да, за забором, можно так сказать. То есть 2 недели сидеть там пацаны безвылазно настроены, те, кто в Крыму, и даже дня крымские, выйти, ну, уволиться с той части, которая не здесь, и пойти в российские части, но им не дают этого. То есть они обещают, но не исполняются их обещания. То есть пускают слова на ветер. То есть я не знаю. Смысла там задерживаться нет. Скажу одно, хуже уже не будет. Конечно. Может оно, конечно, и лучше не будет, но хуже тоже.